при поддержке паблика Vine Video. Кейбл, это я. В недалеком будущем. Меня зовут Саймон. Я тобой играю. Новый вид развлечений выпущен на свободу. Поверни меня. Эфир через 3, 2, 1. Они называют это игрой. Игра Slayers предоставляет участникам возможность управлять реальным человеком в реальном бою. Но игроки — настоящие люди. Все наши игроки — преступники, получившие вышку. Но если выживешь в 30 раундах, свобода твоя. Некоторые пытаются обмануть систему. Отпустите меня! Но еще никому не удалось выжить. Ты был идеальный боец, зритель его обожает. 27 раундов, никому даже приблизиться не удавалось к этому результату. Это непростая игра, мы все участники. Этой осенью. Моего мужа должны скоро освободить. Если победить, как быть с управлением? Хочешь выиграть? Спусти меня с поводка. Вот кто здесь дергает за ниточки. Некоторые живут, чтобы играть. Я придумываю, ты исполняешь. Твой разум принадлежит мне, сынок. Другие играют, чтобы выжить. Джерард Батлер. Майкл Си Холл. Лудакрис. И Кайра Седжвик в фильме... Геймер. Это просто не поддается контролю.